Управление ГИБДД Дагестана призывает водителей и пешеходов быть бдительнее на дорогах. В связи с изменением погодных условий и понижением температуры, Госавтоинспекция Республики рекомендует участникам дорожного движения не пренебрегать правилами безопасности. Не стоит забывать о том, что наличие гололеда существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций. Даже в небольшой снегопад категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине. Не забывайте о том, что в зимних условиях автомобиль ведет себя совсем по-другому. Он менее послушен, тормозной путь увеличивается. В связи с этим обращаюсь и к пешеходам. Не забывайте, что управлять транспортным средством намного тяжелее. Естественно, предотвратить опасную ситуацию, связанную с внезапным выходом пешехода на проезжую часть, очень сложно. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в Госавтоинспекцию. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие. При необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.